Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики! Ну вот, за окнами уже весна, а осенние праздники, мы, как всегда, начинаем декор. Будем готовиться к праздникам. Праздничный декор. Итак, сегодня мы для праздничного декора будем оформлять свечку. Даже не одну, а несколько, причем в разных немножко техниках. Это, в общем-то, будет... Даже не столько техники, а сколько технологий. Это будет, конечно, праздничный декор с использованием декупажа, салфеток праздничных. Ну вот я подобрала салфетку, которая, в общем-то, годится к любому празднику, потому что здесь всякие вкусняшки. Также у нас есть пасхальный декор. И вот ноты. Ноты, в общем-то, всегда нужны, они к любому празднику, потому что ни один праздник не обходится без песен. Итак, вот мы подготовили, вырезали. Значит, это, как я всегда говорила, это трехслойная салфетка. Причем мы отделили от него все два ненужных, вот, и оставили один слой, вот, а два ненужных нам не нужно, один красочный. И мы их и вырезали, и вырывали. И вот у нас несколько получилось таких вот фрагментиков, которые мы будем декорировать нашу свечку. Ну, для того, чтобы декорировать, значит, нам нужна, при первой технологии, технике, нам нужна ложка. Для чего нам нужна ложка? Мы ложку нагреваем на огне. И дальше мы уже свои рисунки как бы вот вкрапляем, вживляем в эти свечки. Итак, первый, значит, мы приступили к первому этапу. Итак, нагрели ложку и начинаем от середины края проводить. Я нагреваю на газе. Кто-то нагревает на свечке, но я от свечки отказалась. Поскольку у меня, вот лично у меня, это не очень долго получается. Ну вот, мы уже вживили один рисунок, и сейчас приступим к вживлению другого. Итак, для второй свечки нам понадобится утюжок. Мы вырвали мотив. Вот. Значит, от этого мотива мы отделяем красочный слой с нашим мотивом основным. И вот теперь мы будем его вживлять с помощью утюга. Так идет, в принципе, все то же самое от середины нашей свечки. Ну вот, и так мы сделали вот одну свечку с такими, видите, пироженцами, вкусняшечками, печеньюшками. И вот вторую свечку. У нас два цыпленочка с яичками. И вот. И теперь мы хотим сделать, оборвали, видите, здесь вот неровно, будем делать ноты. Свечку с нотами. Попробуем ее сделать ложкой.
что у нас получилось в результате. Ну, можно еще и кусочек еще продолжить. Вот у нас получилась свечка, вот второй у нас, значит, вот. Ну вот вы видите свечки, которые мы с вами сделали. В принципе, если вы будете работать с детьми, вот это вот интереснее даже такие вещи делать с детьми. Если будете делать с детьми, то единственное, конечно, я вам посоветую только ложка работать, потому что вы видите, ложка и большие рисунки берет, и маленькие. Вот. Ну, всего хорошего, до свидания, с праздником, до следующего занятия.